Это город Брукхевен. Это школа города Брукхевен. А этот человечек, который стоит к вам задом, это я. Ну не просто я, а безумный я! Ребята, у нас сегодня безумные прятки в школе Брукхевен. Безумие начнется с самого начала. Как вы думаете, где наши участники, а? Как вы думаете? Вот сейчас они безумно появятся прямо здесь. Вот вы смотрите наверх и, наверное, думаете, что это какие-то небесные блохи. Или мухи, или снежинки. Посмотрите, они очень похожи на снежинки. Но какие-то грязные, черные снежинки. При этом вокруг снега еще нету. Даже зеленая трава. Так вот, это как раз не снежинки, это безумные ученики, которые сегодня пришли в безумную школу безумного Брукхевен. И смотрите, они сейчас прям на счет три все грохнутся. 1, 2, 3. Ах, один мне прям в глаз треснул. Ну что ж, друзья, у нас сегодня прятки в безумной школе Брукхевен. Вы можете становиться большими, можете становиться маленькими, можете менять одежду, можете менять цвет кожи, делайте что хотите, но прячьтесь в этой школе. Кого я найду последнего, тот и победит. 1, 2, 3, бегите, прячьтесь. А я готовлю свой дневник, вот этот вот, в котором буду выписывать двойки всем ученикам, которые плохо спрячутся. И тот, кто будет последний, тот хорошо спрятался, тому я подарю 100 рубаксов. Вот повезло же кому-то, а всем остальным не повезло. Но они, наверное, в конце его побьют и заберут у него деньги. Ладно, пускай они прячутся, я пойду пока что-нибудь поделаю. Так как я безумный учитель сегодня в этой безумной школе, то я могу включить, например... Вот такое небо, вот такое. Ну, вот, оранжевое включить, выключить, включить, выключить, включить, выключить. Или зеленое включить, выключить, включить, выключить, включить, выключить. Ага, ну, в общем, побаловался. И теперь я иду искать туки-туки, кто не спрятался, не виноват. Напомню, тех, кого я нашел, выходят наружу школы и ждут остальных. И что я вижу? Я вот тут вижу, кто-то прямо сейчас пронесся. Где? Где ты? Где ты, мелкий человечек? Цветочек, посмотрим, цветок. Нет, в цветке никого нету. Туки-туки, я иду искать. Здесь тоже никого нету. Так, там страшный черный коридор. Посмотрим, может кто-то сидит на сидушках. Просто, знаете, так хитро сел такой, типа меня здесь нету. Нет, здесь никого нету. Там столовая, но в столовую мы попозже зайдем. Ага, первый человечек. Вот здесь вот рука у тебя торчит. Вроде хорошо спрятался человечек, но я тебя нашел. Туки-туки, да-да-да-да, я тебя нашел. Ладно, пойдемте искать дальше. А где здесь свет включается? Сейчас вот здесь вот врубим свет. Ага, кто тут прятался без света? Все, я теперь все вижу. Зайдем за декорации. И здесь... Здесь... Ага! Туки-туки, девочка с рыжими волосами. Сейчас я тебя возьму на руки. Да-да-да, я тебя нашел. Смотрите, она страшненькая какая-то. А на фотографии она более симпатичная была. Ладно, все, туки-туки, иди на улицу. Тут есть выход на крышу. Но мы договорились сразу, что на крыше мы не прячемся. Поэтому я возвращаюсь обратно. Дальше бежим. Искать здесь, 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 здесь. Оп, опа, опа-па. Оп, классно спрятанный чувак, смотрите, он сделал белое тело и красную голову, я мог проскочить и не заметить его, но ему не повезло, я слишком профессионал. Зеленый мальчик, вот, с волосиками, но здесь он почему-то выглядит по-другому, наверное, переоделся. Туки-туки, я тебя нашел, иди на улицу. Отлично. Здесь поискали, пойдемте смотреть дальше. Ага! Ага, туки-туки, стоп, 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 я тебя нашел, ползающий мальчик. Да-да-да, доползался. Туки-туки, иди на улицу. Отлично, давайте теперь пройдемся по классам. Может, кто-то в классе сидит? Так, здесь вроде никто не сидит. За телевизор залез? Нет, за телевизором нету. Под столом учителя нету. В дереве учителя нету. Секретки? Есть здесь секретки? Нет, ну-ка сейчас вот сюда заглянем. Нет, здесь тоже никого нету. В этом классе нет никого. Пойдемте проверим другой класс. Заходим. Здесь у нас... Ага! Ага! А, показалось. Я думал, это человечка, это всего лишь ножка стула. Ладно. Никого здесь нету. Окей. И осталось проверить последний класс. Самый главный. Мы там постоянно снимаем что-нибудь. И здесь у нас сидит... Никто не сидит. Почему-то в классах никто не спрятался. Окей. Тогда пойдем в кабинет директора. Кто в кабинете директора спрятался?
Так, я директор. О, смотрите, ребята, кто-то смотрит за мной в окно. Даже не один, а два. Даже не два, а три. Они пялятся на меня, ребята. Уйду, уйду. Так, посмотрим сюда. В этом цветке никого нет. Пойдем дальше. Комната какая-то. Ага. Так, здесь швабра. В швабре никого нет. За коробочками посмотрим. О, здесь в коробках можно было прятаться. Есть! Туки-туки, девочка. Пчелка. Или не знаю, как тебя назвать. Да. Вот, я тебя нашел. Туки-туки. Все, выходи на улицу. Посмотрим другие коробки. Может, там еще кто-то прячется. В этой точно никого нет. Посмотрим сюда. И здесь никого нет. Посмотрим теперь сюда. И здесь. И здесь есть человек тоже с какими-то ушами. Летучие мыши. Туки-туки. Я тебя сейчас возьму на руки, чтобы ты точно узнал, что я тебя нашел. Или узнала. Смотрите, как классно цвет подобран. Ребята, почти как ящик. Все четко. Где спортзал? Это не спортзал. Вот он, спортзал. Все, заходим и... Ага! Ага, я тебя вижу, наверное. А, это просто свет. Показалось. Так, сбежим сюда. Столб залезть нельзя. Ага. Вот смотрите, можно было сюда вот залезть по стремянке. Вы видели, там опять кто-то бегает? Давайте посмотрим здесь, пробежимся. Может, в столбы можно залазить? Нет, секретных мест. Ага, туки-туки. Девочка с желтыми волосами, я тебя нашел. Давайте я поношу чуть-чуть. Вот, да, это ты, туки-туки, я тебя нашел. И смотрите, вот там вот какой-то псих прыгает. Вон, выпрыгивает и подсматривает за дверь. Там их уже целая куча этих психов прыгают. Какой кошмар. Ладно, пойду на второй этаж. Может, там кто-нибудь найду. Поднимаемся. Ага, так. Тут отключили свет. Наверное, думают, чтобы я ничего не увидел. А я все увижу. Посмотрим. В этом цветке сидит никто. А тогда в этом цветке сидит второй никто. Так. В сидушку нельзя залезть, значит, здесь никого нет. Окей, хорошо. Смотрите, они меня преследуют. Они зомби стали, они ползают за окнами. Ребята, загадка, кто ползает за окнами зеленый? Пишите в комментариях. И вот вам для примера. Посмотрите на них. Да, вот, попробуйте ответить на вопрос. А мы пошли дальше искать здесь. Здесь есть еще какие-то комнатки. Здесь есть кухня. В стол залезть можно? Сейчас посмотрим. Может, кто-то в стол залез или в столб. Проверим. Вроде нет секретных мест. Надо зайти вот в те комнаты. Начнем с этой. Итак, это комната. А, я здесь уже нашел человечка. Она как раз вот здесь вот сидела вначале. Так, значит, здесь мы обыскали. Теперь идем в другие. Вот сначала в эту. Это не комната, ребята. Это туалет. Мужской туалет, поэтому не сюда можно. Заходим, смотрим в писсуаре, кто спрятался. Никого. В этом тоже никого. Ну и надо проверить унитаз. Надеюсь, там внутри никто не спрятался. Так. Секретные места в туалете. Обыщем, перепрыгаем. Так. Нету. Так, ребят. Тут написано женский туалет, поэтому вы сейчас... Отверните свои компьютеры и телефоны, чтобы вы не видели, как папа-дочек, безумный папа-дочек, заходит в женский туалет. Все, отвернулись. Я вам скажу, когда телефон можно повернуть обратно. Захожу. Так, давно не был в женских туалетах. Здесь никого нет. Так, испытал женский туалет нормально. Второй тоже. Раковины не такие, как в домах. Так, какие-то штучки непонятные. Вентиляция. Нету здесь никого. Все, все, ребят, поворачивайте телефоны обратно и мониторы компьютеров тоже разворачивайте обратно. Очень интересно. Так, ребятки, я кое-что придумал. Если в шкафчиках кто-то сидит, то я беру предмет, который называется газонокосилка. И, наверное, думаете, безумный папа хочет сейчас кого-нибудь побрить на лысо газонокосилкой. А вот и нет. Я сейчас буду ей внутри вот так вот ковыряться. И если кто-то там спрятан, я его поймаю. Вот такой у меня датчик людей есть теперь. Я могу теперь залезть этим датчиком куда угодно. Протестить все вот так вот вообще залезть. И выдернуть кого угодно. Опа-ча! Ребяточки, видите, на ловушку попался человечек. Вот и вышел огуречек. Приветик, приветик, девочка. Туки-туки. Давайте потаскаю на руках. Опа! Вот, туки-туки, я тебя нашел. И что, ребята, сегодня впервые в 14-х прятках Брукхевен папа нашел новый способ искать ребят. Я просто газонокосилкой буду их выкашивать. Вот так, вот сюда залезем. Сюда залезем, везде залезем, отлично.
И если я кого-то не нашел, значит его там нет. Ага! Туки-туки, нашел еще одного человечка. Беленького. Туки-туки, да, я тебя нашел. Есть, ребята, выковырил еще одного человечка. Ура! Туки-туки! Девочка с темненькими волосами. Туки-туки, я тебя нашел. Отлично. Странно, вроде цветок проверял. Опа-на! А, показалось. Я думал, еще одного человечка нашел, но это просто показалось. Так, а вот этот цветок сейчас поковыряем. Не нашел. Здесь не нашел. И я выковырил вот этого беленького человечка. Не знаю, кто это, но туки-туки. Остановись ты, хватит как бложка прыгать. Туки-туки, я тебя нашел. Это вот такой черненький Бэтмен. Туки-туки, я тебя нашел. Все, иди на улицу. В общем, короче, я бегал всю школу, замучился их искать. Смотрите, у меня даже глаза посинели. Настолько я сильно устал их искать. Я сейчас просто спрошу, где они спрятаны. Найду их и приспорю между ними. Вот такой вот я хитрый. Так, пускай они мне напишут в дискорде, где находятся. Так, мне написали, что одна девочка находится в черном сиденье в актовом зале. Давайте попробуем ее методом тыкания найти. Действительно, можно было найти методом тыкания. Значит, все по-честному. Туки-туки, я тебя нашел. Ты первая победительница. И сейчас будем искать вторую победительницу. Написали, что она в пуфиках. Так, сейчас я должен найти эти пуфики. Закончился поиск, ребят. Теперь поиск пуфиков. Где здесь пуфики спрятаны? Ё-моё, пуфики, представляете, тут где-то пуфики спрятаны. Пойду поищу, где пуфики. Вот это пуфики, так. Как так, я вот проходил. Вот так вот, значит, все пуфики проходил. Никого нету, так убираем. Методом тыкания. Ещё. Вот, ребят, как-то всё-таки нашлась. Непонятно, сейчас попробуем. Слушайте, получается, газонокосилка меня подвела. Она не ловит тех, кто ниже неё. Я, получается, ее побрил несколько раз газонокосилкой. Ёлки-палки, надо было тыкать. Вот она тут точно, вот-вот-вот, видите, видно, торчит. Туки-туки, я тебя нашел. Итак, друзья, закончились безумные прятки в безумной школе Брукхэвен. Вот они, две победительницы, которые очень круто спрятались, которых я не нашел даже с помощью газонокосилки. И если вы видите эту девочку, у нее парик. Просто я ее газонокосилкой побрил. Если вы хотите, чтобы мы делали еще прятки в Брукхэвен не только в домах, но еще в каких-нибудь строениях, например, больница, полиция, детская площадка, целое здание вот это вот, или еще где-то, напишите в комментариях, и мы обязательно это сделаем. А вы сегодня были на канале Папа Дочки Геймс. Всем безумных выходных, хорошего настроения, всем пока-пока.